Привет, друзья! Вы на канале «Пчелы начинающим», с вами я, Анатолий Борисович. Я сегодня хочу вам рассказать вот про эту посылочку, мне прислал мой подписчик Западной Украины, Петр Игоревич. В этой посылке сейчас посмотрим, ну, здесь такой медонос, он растет в их краях, золотарник называется. В наших краях нету, ну вот мы с ним переписывались. Он говорит, я вам пришлю эту посылочку, у себя посадите. Я, конечно, не сильно уверен, что оно у нас будет расти, потому что в нашей местности, наверное, климат не подходит. Я так думаю. О, видите, тут сколько корешочков. Ну, сейчас мы пойдем, это все дело посадим. Ну и попытаюсь я, конечно, как-то это дело размножить, получится или нет, если не высохнет. У нас климат сухой и обычно все высыхает. Не такой, как на Западной Украине. Там совершенно по-другому. То, что растет там, не растет здесь. И наоборот. Ну ладно, пойдем сейчас высадим и будем потом выращивать. Спасибо за посылочку, Петр Игоревич. Сейчас посадим, и все будет хорошо. Даня, а ты можешь воды принести? Ну, бутылку какую-нибудь возьми. Вода? Ну да, где там у вас есть вода, не? Или да, возьми бачок, который мы привезли. Давай водичку. Молодец. Сейчас польем и засыпем. Да. Будем надеяться. Будем надеяться, что оно вырастет у нас. Да. Давай снимаем картошечку, что она не застыла. Угу. Ну вот это вся посадка золотарника. Будем надеяться, что он примется. Будем немножко поливать. Здесь такая влажная местность, низина. На этом все, друзья. Пока, до свидания. Подписывайтесь. Не забудьте поставить лайк. До свидания. Пока.